Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Cat Robot. Так, и у нас с вами 1,5 миллиона голды. Это хорошо, сегодня мы с вами прапаемся маленько. Но начнем, пожалуй, с вращения бесплатного колесика. Поехали, посмотрим, что нам выпадет здесь. Давай-ка на удачу. Ух ты, сундучок. Спасибо большое, это шикарно на самом деле. Надеюсь, там что-нибудь полезненькое нам выпадет. Так, мы выполнили еще одно задание здесь с вами. Используйте 18 активных навыков. Забираем. Так, нанести урон. Нанести урон, все, короче. А, нет, вот здесь поднимите 2 уровня гаджета Аэрдакхел. То есть это уточкам, да? Нашим воздушным. Ладно, мы это все с вами сделаем. Так, ну, хотелось бы, наверное, что-то улучшить. Кланы и ПВП мне пока недоступны. Улучшить робота, ну а почему бы и нет. Давайте, наверное, будем потихонечку улучшать. Видите, да, у нас появляется обшивочка. Такая вот металлическая. Так, так, что? Так, теперь у нас пошли блоки. Смотрите, друзья, видите? Ух ты, щит. Так, еще щит. Так, смотрите, какая у нас становится превосходная башня. Так, флаги повесили. Еще, естественно, как можно больше флагов. Теперь почему-то флаги у нас исчезли. Слушайте, друзья, ну у нас так вся голда быстро улетит. Смотрите, какие у нас прикольные стали колеса. Мощные. Так, давай-ка, наверное, лучников улучшать пока. Немножечко, да? Вот так вот. Слушай, и совсем мало денег остается для прапывания моих скиллов. Что-то я увлекся на самом деле. Так, что-то мне сказали про летающих юнитов, да? Надо, говорят, побеспокоиться, Рэй, тебе про воздушных юнитов, которые будут тебя скоро досаждать. Что это такое? Devil Cage. Так. Призывает дьявольского кота, который получает 100% урона и живет в течение 20 секунд. Который получает 100% урона? Почему получает, а не дает? Хм. Устанавливает мину на земле. Мина заряжается на полную мощность за 5 секунд. Автоматически, да? Ага. Слушай, я даже в неком таком ступоре. А что мы можем с вами убрать? Ну, мы можем убрать вот эту, по идее, да? Спрейер. И поставить, например, вот этого вот кота. Но вначале нужно купить его и посмотреть, что он вообще из себя представляет. Ну, давай вот до 20 уровня мы его прокачаем. А это что такое? А, это я могу сразу сколько уровней поднять. Все понятно. Ну что, я его поставлю пока здесь. Пускай он постоит. Дракончика нашего, может быть, Дина. Ух ты, а это что такое? Что это такое? Оглушает врагов на 2 секунды. Вау. Оглушает врагов на 2 секунды. Слушай-ка, я хочу его приобрести. Я хочу его приобрести. Давай посмотрим, насколько он хорош. Ух ты. Тот-то у нас что, просто дразнил, да? А этот оглушает. Угу. Вот так вот. Прокачаем, наверное, наших немножко летающих юнитов. Вот так вот. Маленечко совсем, капельку, да? И что еще? Что я могу? Ну, давай докачаем, наверное, наших котиков. Все, голды нету. Так, друзья мои, в городе что-нибудь у нас еще происходит? Давай-ка мы... Ага. Заберем 200 тысяч голды. Поднять уровень, у меня не хватает гемов. Волна сотая, да? Чтобы новый житель появился. Пока этого мне ничего не светит. Так, ищите планы гаджетов, это все понятно. Ну что, друзья, наверное, нам надо идти в бой. Или же все-таки сходить на карту. Слушай, давай попробуем с вами вот этот вот уровень забомбить. Замок платит налог. А ну-ка. Так, хочу посмотреть. Воу! Вот он, друзья мои, дьявольский кот-то как выглядит. Хе-хе-хе-хе. Слушай, а мне нравится. Мне нравится этот котяра. Правда, очень долгий откат на самом деле. Очень долгий. Ну вот этот вот, я не знаю, там пес-саблезуб или кот-саблезуб. Очень довольно прикольно выглядит. Так. Котики вперед. Слушай, я думаю, что мы сейчас ему замок-то еще быстренько расчехлим. Мне нравится этот котяра. Крутой на самом деле. Вот, не нравится. Надо будет котов вот этих прокачать, мне кажется, да? Утки летят, утки. Так, урон наносим, урон наносим. Давай-ка я вот так попробую. Кстати, когда мы поджигаем с вами замок, он урон не получает. Вот что я заметил. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо тут буянить. Давай-давай-давай, тут осталось совсем маленечко. Ну, накумариваем, друзья мои, накумариваем.
котики в помощь. Кот этот тоже в помощь нам идет. Так. Сколько он там? 20 секунд живет, да? Мне кажется, он намного меньше живет. А может быть, он потому что еще урон получает? Может быть, из-за этого? Так, давай подожгем здесь с вами земельку. Так. Ну, осталось-то совсем ничего, да, друзья? Совсем ничего, маленечко осталось. Вот как-нибудь вот хотелось бы мне, знаете, такой же вот скилл, как в Groove Castle. Чтобы лучники вот эти вот мои могли стрелять быстрее. Ну, здесь-то... А, там есть. У нас, по-моему, есть такой гаджет, да? Который ускоряет стрельбу лучников. Есть, точно, я вспомнил. Так, дай-ка вот так вот сделаю, наверное. Слушай, ну это замок сотого уровня, да? Что-то как-то он нам тяжело дается, если честно. Очень тяжело. Так, ну совсем маленько. 5000 хп осталось у вражеского замка. Ну что вот теребунькаемся? Я не могу понять. Что? В чем проблема? У нас еще и маны с вами очень мало. Вот что я хочу сказать. Маны очень мало. Соответственно, я не могу ничего не поджечь, ничего. И потихоньку мы с вами получаем урон. Вот эти вот утки будут что-нибудь нормальное делать или нет? Кто-то говорил, что они уже слабенькие и не актуальны. По-моему, я согласиться должен с этим делом. Потому что действительно они очень мало живут и очень мало наносят урона. Может быть, нам стоит даже их поменять. Только вот на кого, я пока не знаю. Да хорош, вы уже достали, на самом деле. Давайте, давайте. Нужно нам нанести как можно больше урона замку вражескому, да? Ай, а он все вызывает и вызывает, вызывает и вызывает, а? Он уже меня одолел. Только не говорите, что мы здесь еще с вами сфейлимся. Вот это будет номер. Слушай, а моего героя, да, завалили? Причем даже не одного, а всех героев завалили. Только вот этот котяра мой ходит и спокойно всех бомбит. Потому что он, по-моему, бессмертный. Даже не могу призвать кота. Да, друзья, нас, по-моему, здесь сейчас распишут. Ай, по полной программе. И маны нету. Ну, представляешь, нету маны. Не хватает просто-напросто. Будет очень сильно обидно, если мы с вами здесь проиграем. Почему не вызывается кот? Я вот его не вижу, если честно. Почему не выстреливается? Почему так медленно все идет? Давай, 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 давай. Ну, там чуть-чуть осталось. 630. Блин, будет обидно, если мы с вами проиграем. Будет очень сильно обидно для меня, друзья, очень. И поэтому я... Вот эти вот самые хитрожопые... Давай, котики, выходим. Нет, 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 нет. Ну, пожалуйста, ну... Ну, пожалуйста, ну... Ну! Да чтоб тебе... Фух. Фух, друзья. Так, а это что такое у нас? Ну, я думаю, что сюда опасно идти. Сражайтесь, чтобы получить планы гаджетов и материалы. Хе-хе-хе. Ну, ведь согласись, меня здесь распишут. Ну, давай хотя бы глянем, просто посмотрим. Ты что, серьезно, что ли? Ты серьезно? Блин, вот мне говорили про летающих юнитов. Да, друзья, меня здесь расписали вообще моментально просто-напросто. Ну, вы понимаете, что сюда пока рано суваться. Так, на сотой волне, да, будет разблокировка. Ладно, одно задание мы выполнили. Я, естественно, заберу ревард. Так, волна. 36 уровень у нас. Мы пока еще с вами вообще сосунки, если честно. Карта, инвентарь, что-нибудь... Ага, у нас с вами есть сундук. А ну-ка, порадуй папочку. Клевер Поутион достается мне. А елка-то уже все, по-моему, ее больше нету. Если я не ошибаюсь, в городе, поэтому... Куда мне вот эти вот носки, шарики и тому подобное? Они у меня так и останутся насовсем, да? Так, сотая волна. Хотелось бы посмотреть, что там у нас будет на сотой волне новенькое. А мы с вами на какой в данный момент волне-то? Никто не помнит? Так, навыки. Даже очков опыта нету, господи. Ладно, придется просто-напросто драться нам с вами. Так, погнали. 82-я волна. Кстати, нам не так уж и долго-то осталось до сотой волны. Так что, друзья, все у нас, как говорится, в кармане. Смотри-ка, как шикарно нам выпадают ключи. Блин, началось, короче. Летающие юниты. Мне сказали, что они тебя просто рейс скоро одолеют. И, наверное, это будет правда. Давай так вот сделаем. Пока все неплохо у нас получается. Волну мы с вами эту прошли. Это была 82-я. Мне предлагают рекламу за деньги. Я пока не буду этого делать. Так, что же сделать? Наверное, нам нужно будет с вами вот этих вот котиков наших улучшить. Раз такое дело. Так, что нужно? 10 гемов.
Призывает 4 летающих котов, которые живут 15 секунд. Улучшить не могу, потому что не хватает немножко гемов мне. Друзья, не хватает. Котика этого, да? Можно тоже поднять по уровню. Мина. Ну, мина это по земле у нас будет. А нам нужно что-то против летающих. Пока не знаю, что мы с вами можем предпринять. И опыт. Почему так медленно у нас с вами растет опыт, а? Раньше как-то быстрее все это дело было. Ладно, давайте дальше атаковать. 83-я волна. Я думаю, что до 90-й мы сегодня с вами как-нибудь доберемся с горем пополам. Врагов, конечно, очень много. Они довольно сильные здесь. Кто-то сказал, что вместо котиков вот этих потом будет... потом будут пушки стоять. Не знаю, посмотрим. Так, давай. Уничтожаем их. И 83-я волна, друзья мои, грубо говоря, пройдена. Отлично. Так, опять мне предлагают видосик. Вот, очко навыков мы с вами получили. Так, что нам сделать? К опыту 55%. Ну давай. Не, погоди-ка секунду. Времени жизни, к броне, скорость восстановления навыков, да? 1%. Так, скорости атаки лучников. Вот, наверное, это я все-таки улучшу. Скорость атаки лучников. И поехали, друзья. Нет, подожди секунду. Давай-ка мы... Это у нас летающие, да? Это у нас летающие. Давай-ка, наверное, мы немножко с вами прапаем их. До 20 уровня. Пока сделаем так. И, наверное, вот так вот, чтобы побольше нам зарабатывать голды. Ну что, так, еще и задание выполнили. Отлично. Так, скоро мы поднимем уровень, да? Осталось тут совсем ничего, капельку. У нас появится новый какой-то код. Ну что ж, давайте смотреть дальше. Совсем немножечко осталось нам до левела 38-го. Пока у нас тут все хорошо. Давай, бомбим. Эти пушкари для нас, в принципе, ничего не значат. Ничего они тут сделать не смогут. 84-я волна, блин. Слушай, я вот не знаю, нужен ли нам теперь вот этот вот поджог еще. Кстати, вот эту пушку, я думаю, нужно менять. Знаете почему, друзья? Потому что вот этот вот котик один, который выходит, да? Это вообще... Ой, тут же босс, господи, я про него и забыл совсем. Но мы его расписали довольно быстро. Так, разблокировал новый герой. А вот это уже... Подожди, а вот это уже... Хорошо, где герой? Вот здесь, да? Герой у нас. Так, Void. Создает портал. Все враги, которые стояли возле портала, телепортируются в конец локации. Ага. Я его обязательно куплю. То есть он откидывает. Это очень хорошо. И поставлю вместо нашего вот этого вот боксера. Но не хватает, как вы понимаете, у нас пока голды. Нужно зарабатывать ее, естественно. Давай, друзья. 85-я волна уже. Неплохо мы с вами продвигаемся. Тут ничего не могу сказать. Так, уточки нам помогают здесь. Давай. Боксер здесь, в принципе, уже не нужен, я думаю, да? А вот телепорт нам здесь очень сильно пригодится. Так, давай, ну. И котик вот этот тоже нам здесь не нужен. Ну, вот серьезно говорю. Пушка очень долго перезаряжается, да, и бомбит, хотя и автоматически. Но я думаю, что все-таки надо будет убрать. Так, здесь мы все убираем. И за 12 тысяч я хочу приобрести нового героя, Войда. Покупаем и поднять уровень. Вот так это будет все выглядеть. Заодно и посмотрим, как это в битве все будет происходить. Смотрите, он на таком камне летает. А ну-ка, где этот твой... А, у него должна накопиться вот здесь вот энергия для того, чтобы он мог использовать свой скилл. Давай посмотрим. Вот как он делает, поняли? Слушай, ну неплохо, я думаю. Так, денежка нам прилетела. Вот он, мало того, что он телепорт выставляет, он еще все-таки он летающий юнит. То есть он может нам помогать против летающих. Я вот не помню, а боксер, по-моему, не мог. Он только наземные цели, да, бомбил. Отлично. 86-я волна у нас пройдена. Мы с вами здесь выполнили задание. Так, 9000 голды. Но этого мало на самом деле. Очень мало. Так, 2 очка навыков. Скорости лучников. Скорости восстановления. Так, жизни котов. К урону гаджетов. Давай, наверное,
до 10 уровня прокачаем. И потом уже, наверное, мы с вами к урону гаджетов тоже прокачаем до 10 уровня. Я думаю, это будет нам в самый раз. Так, мы сегодня дойдем с вами до 90 или до 100 волны. Как думаете, а? До 100 не знаю, но до 90-то уж точно. Да, как-то вот доковыляем. Так, я всю эту пушку хочу убрать. Эту пушку надо нам убрать. И только вот что ставить. Вот что меня интересует. Что мы с вами можем заменить? Конечно, будем смотреть все. Оценивать, так сказать, риски. Ну и 87-я волна пройдена. Так, ключик отдайте, пожалуйста, мне. Хорошо. Так, это все мы закрываем. Опять я выполнил еще одно задание. Убейте 460 врагов. Вот так вот. 10 гемов, кстати, у нас. А это говорит о чем? Что мы можем с вами что-то прапать. Я уже не помню, что мы можем с вами прапать. Улучшить. Ага. Так, это что у нас такое? Призывает дьявольского кота, который живет, ага. Может стрелять лазерами, ты прикинь? А этот, который получает 180 лазерами. Слушай, я думаю, что вот это, наверное, будет покруче. Да? Наверное. Я посмотрю, друзья мои. Я вот его еще приподниму немножко по уровню. И хочется посмотреть, что же он будет делать. Так. Пока больше ничего нету. Скоро, кстати, 40-й уровень у нас будет. Посмотрим. Так, погнали. Ну-ка, вот, смотрите, друзья. Тюм-тюм, он из глаз бомбит лазерами. Хе-хе-хе, прикольно. Слушай, ну неплохо. А до этого он просто бомбил, да? Он просто дрался с ними. Теперь он стреляет лазерами. Так, 88-я волна подходит к концу. Мне нравится вот этот воид, что он может летать. Он, правда, медленный. Как... Ой, огурец. Друзья мои, прибыл огурчик. А ну-ка, давайте-ка быстренько его распишем. Ничего не получили? Нет, получили мы с вами на одну очку навыков. Так, мы хотели с вами 15%, ну, гаджета, короче, прокачивать. Да? До 10 уровня. Так, все ближе и ближе к новому какому-то персонажу мы с вами приближаемся. Так, это мне пока не нужно. Хотелось бы, конечно, сходить на карту. Так, это мы с вами прошли. Вот я не знаю, 150-ю мы сможем пройти? 120-ю-то с горем пополам, да? Еле осилили. 340, блин, ну там вообще молчу. Ладно, друзья, по-моему, нам нужно просто с вами подраться. Нам нужно заработать с вами сотовый. Ох ты! Ох ты, смотри, что происходит. Так. Это на 89-й волне. Вот такие вот охламоны идут. Довольно крепкие, довольно крепкие. Так, давай-ка подожгем здесь земельку. Так, здесь, по идее, босса не должно быть. Он будет на 90-й волне, по-моему, так? Слушай, ну мне нравится. Войд вот телепортирует, отлично. Ну вот если бы он вот здесь вот открывал бы портал бы, да? Который возле нашей вот башни. Это было бы вообще имба. Так, что мы с вами заработали? Ничего, да? Деньги я пока не буду. И давай быстренько сразу же на 90-ю волну будем переходить. Как говорится, хватит уже сидеть, надо. Воу, смотри, как уровень у нас идет. 40-й, сейчас будет 41-й. Ну, давай. Отлично, 41-й уровень. Так, слушай, ну здесь неплохо, мы с вами справляемся. Вообще имбово. Так, вызываем котика, вызываем этих котов. Так, я еще и земельку им подожгу здесь. Назло всем. Вот так вот. Ай, хорошо-то как получается, смотри. Летающие отвалите. Все. 90-я волна у нас с вами пройдена. И у нас новый питомец. А что ты у нас делаешь, а? 5% к времени жизни вызванных котов. 5%. Да? Это, конечно, заманчиво, с одной стороны. А у нас с вами какие? У нас 10% к урону лучников. И что ты у нас делаешь? 25% к опыту. Хм. 50% к урону критического удара. Нехило, да? Блин, ну они все хороши. Вот серьезно говорю, все хороши, но сами понимаете, я же не могу их всех, хотя хотелось бы получить именно всех. Так, у нас вроде ничего не появилось. Тут на какой? А, на сотой. Сотая волна. Слушай, у нас как вариант сегодня попробовать дойти до сотой волны. Как думаешь, сможем, успеем? Пока 91-я у нас. Такие псы, бульдоги, да, какие-то? Ой-ой-ой-ой, а что это такое? Что это происходит? Как вы меня
продавливайте, эй. Не надо так делать. Родные мои, успокойтесь. Так, котики, давайте-ка разберитесь с ними. Со всеми. Ага. Все, нет, не все. Я уже думал, все, забомбили. Нет, просто мы их там прижучили маленечко возле стеночки. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, не надо летать здесь. Вот эти вот охламоны с косами очень быстрые. Они меня раздражают. Так, это все закрываем, это нам не нужно. Навыки получили и дальше прокачиваем. До 10 уровня, как я вам говорил. Поехали. Следующая волна. Ага, ну этих рыцарей мы забомбим. Ну и скорпионов тоже. Так, давай, котики. Летающих котиков нужно прокачать. Мне кажется, даже больше, чем вот этих вот уточек летающих. Хотя уточки, они в автоматическом режиме вылетают. Да? Так. Единственное, что вот у наших героев, вот у этих, очень мало здоровья, особенно у Войда. Так, тихо, босс идет. Идет босс. Давай. Ну. Вата. Это не босс, это сосунок на самом деле был. Так, еще одно задание мы с вами выполнили. Ух. Так, это у нас, наверное, будет 3% золота из битв, да? На следующей прокачке, я так понимаю. Так, получаем. Еще один левел мы с вами поднимем, да? И будем, наверное, прокачивать уже. Хм, а что мы будем прокачивать? Вот здесь вот я, не знаю, друзья мои, крит. 1% к шансу героям нанести критический удар. 2% к эффекту замедления для юнитов. У меня нет таких вот юнитов, да, со стихией льда, там, огня или еще чем-нибудь. А вот котиков я, наверное, друзья мои, улучшу. Улучшил, называется, всего лишь 2 апчика сделал и все. И закончилось. Но, тем не менее, 93-я волна. Скоро соточка будет. Так, тихо. Ну-ка, давай. Наказываем всех здесь. Эти катапульщики еще тут, да? Бомбят мне, видите ли. Ай, хорошо, вот летающие коты молодцы. Они сейчас только что вот этих вот псов-ангелочков этих забомбили. Причем довольно быстро. Ну, 93-я волна у нас, как говорится, пройдена, да? Ну, последних юнитов бомбим. Все. Отличненько. Фух, у нас что-нибудь в инвентаре есть хорошее? Что это такое у нас? 1% к восстановлению, это понятно. К урону всем юнитам. Слушай, я могу что-нибудь с этим сделать, нет? Так, они будут у меня висеть, да, по ходу дела? Теперь до посинения. Ладно, пускай висят. Ну, а мы с вами продолжаем. До 100-й волны мы сегодня с вами обязаны добраться. Так. Расчехляем. Давай-ка вызовем котиков. Еще вот этого гигантского кота. Надо будет его, кстати, наверное, прокачать маленько, да? И летающих наших котиков. Такие с пропеллерами наверху. Довольно прикольно смотрится. Вот этот кот что-то как-то мало живет. Вот этот вот. Супер гигантский этот наш. Адский, адовый кот, да? Так его назовем. Ну? Давай. Не пропускаем никого. Отлично. Так, хорошечно. Тут ничего не могу сказать. Очки навыков. Прокачиваем последний скилл. А что у нас такое? 2 плюс к броне котов. К броне котов всех или каких именно? Непонятно. Так, ну что, мы, наверное, будем с вами голду прокачивать, да? До 10 уровня. Или же жизни котикам. Как думаешь, что лучше? Голду или жизни котикам? По идее, если мы с вами собираемся здесь дальше бомбить на карте, да, города, вот эти вот вражеские фортпосты, нам, конечно, нужно укреплять наших юнитов, вызванных котиков, там, продлевать им жизнь, улучшать им дамаг и все там подобное. Согласись, это первостепенное. Так, ключики выпадают, конечно, неплохо, но почему-то сундучки не выпадают. И меня это немножко опечаливает. Так, давай вызывать. Отлично. 95-я волна у нас пройдена с вами. Ну что, пойдем, наверное, сразу же на следующую. Чем будем тут с вами, да, теребунькаться? А ну-ка, давай, выходим, родные. Так, поджигаем здесь земельку. Летающих призовем. Хорошо. Просто замечательно. Надо будет магнитик, наверное, нам еще прокачать, чтобы золотишко все-таки побольше падало нам. А вот здесь вот, кстати, вот в этой игре у нас никак не получится пофармить голду, если честно.
Потому что если в Groove Castle я могу оставить, да, ох, тихо-тихо-тихо, и там юниты автоматически сами приходят, да, с деньгами, то здесь такого варианта нету. Здесь только лишь, знаете, когда? Когда мы заходим с вами в город, вот сюда заходим, и я могу собрать деньги. Только вот здесь вот они копятся автоматически. Другого варианта нету. Так что фарма здесь особого денег не получится. Так, ну что, друзья, нам осталось совсем немножечко, да, до того, чтобы получить 100-й уровень. Так, навыки. Давай прокачаем на голду. Опять же, до 10 уровня, не больше. Не больше. Карта. Хотелось бы, конечно, мне, друзья, вот, наверное, вот эту вот башенку захватить. А чё, почему бы и нет? Давай попробуем. Так, подожди-ка. Тут летающие, да? Летающие — это плохо, как всегда. Ой, как же мне... Вот, сколько здоровья, ты посмотри, у этой башни. Просто целая куча. И у нас маны еще, да, маловато? Так, ну куда вы летите? Достали вы уже. Что-то не получается у меня, друзья, пробить их. Одолеют просто. Просто одолеют, а? Так, у меня, по-моему, одного героя уже бомбанули, да? Это Войда. И это плохо. Потому что нашу базу сейчас, по-моему, разбомбят. Друзья мои, разбомбят, даже не поморщит. Смотри, мы с вами сколько здесь здоровья отняли. И сколько у нас отняли. То есть тут, по-моему, без вариантов. Эх, как же вы меня бесите. Что-то нам нужно с вами предпринимать против летающих юнитов. Ну это невозможно просто-напросто. Они нас постоянно одолевают. Нет, Тесла... А, может быть, нам Теслу прокачать? Она, кстати, неплохо бомбит. И мы, кстати, давненько ей не занимались. По-моему, давно пора уже ей поднять уровень. Да? Потому что она бомбит и по наземным, и по воздушным. Так, дай-ка я вот здесь вот заберу. Да, да, я не спорю, мало денежек, но все-таки. Так, и хочу посмотреть на нашу Теслу. Какого она уровня? Второго уровня, господи, о чем? Конечно же, нужно поднимать. Елки-то палки. Ну вот, 17-й, и то я думаю, что этого будет мало. Мало и все тут. Ладно, поехали. Раз мы там с вами пока не можем справиться, будем бомбить здесь. 97-я волна. Так. Да, вот я не могу понять, мои лучнички, они что, не бомбят по летающим целям? Что-то как-то вот я не успел разглядеть этого. Ну, давай-давай, утки. Такое впечатление, что все-таки надо будет уток, которые особенно ближники, убирать. И кого-то другого ставить, а кого, пока не знаю. 97-я волна пройдена. Угу. Так, ну что, остается совсем капелька, да? До сотого, так сказать, уровня, до сотой волны. Давай вызывать всех. Поджигать землю. Давай-давай-давай, вот так вот. Кстати, говорят, что вот эту игру можно пройти. А Groove Castle, по-моему, нельзя. Ну, посмотрим. Будем тогда проходить до максимально доступного нам уровня. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо тут буянить. Этот кот очень долго откатывается, очень долго. Адский наш. Так, разбомбили. 98-я волна у нас с вами пройдена. Вот что я тебе хочу сказать. Очко навыков. Прокачиваем здесь. Еще 3 уровня поднимаем и заканчиваем. Так, погнали, друзья мои. 99-я волна. Наверное, на 100-м уровне будет босс офигенный какой-нибудь. Да, супер эпический. А может быть, какой-нибудь ватный, которого мы быстренько с вами разберем. Так, тихо, давай, летающие мои дружбаны, помогайте мне. Слушай, ну здесь все пока легко и просто. Вообще без проблем. Так, тихо, куда-то разогнался парень. Так, подожгу-ка я здесь землю. Как он долго откатывается, этот кот. Мало живет, да, и долго откатывается. Невыгодно. Но мы успели, тем не менее, пройти. Кстати, у нас ПВП и кланы открылись. Ёлки-палки. Дай-ка я загляну в город. Что у нас тут? Инвентарь. Хм, пока пусто. Пока пусто. Ничего я сделать не могу. Лучше бы вы дали мне за гемы купить. Например, за 10 гемов дали бы мне купить, например, там 10 сундуков. Вот это было бы прикольно.
Хорошо, так, давай мы посмотрим, что у нас в инвентаре. Пока ничего такого нету, да, хорошего. Карта PvP клан. Создать нужно 50 гемов, друзья мои. Ну что, придется нам копить тогда. Потому что многие хотели вступить ко мне в клан и помочь мне. Хотелось бы посмотреть, как это все будет у нас выглядеть. Так, подожди-ка, мы, по-моему, можем где-то с вами, вот, вращать. Давай-ка, нового жителя мне, пожалуйста. И это у нас, ага, вот такой вот котик. Две голдишки будет мне приносить. Все пока по одной голдишке, а этот именно две. И это хорошо. Так, что у нас дальше? 21 тысяча, естественно, я здесь ничего такого особого сделать не смогу. По карте у нас что тут? Все тихо, да? Все тихо, все как всегда. Ох. 175, друзья мои. Можно глянуть? Побеждайте монстров, чтобы получить... О, хочу получить сокровище. Хочу получить сокровище. Это что такое? Друзья, ну да, конечно, ага, ты посмотри, что он делает. Ты посмотри, что эта муха гигантская делает. Она мне просто сейчас замок уничтожит. Не, друзья, по-моему, я рановато сюда пришел. Вам не кажется? То есть мы должны с вами победить вот этого вот босса. Блин, все прикольно так. Я даже не знаю, я просто в растерянности. Что мне нужно сделать? Как вот лучше? Так, а ПВП что дает нам, друзья мои? Есть где разгуляться, друзья мои. Так, кого попробовать наказать, а? Есть какой-нибудь тут слабенький? Я вот вижу все в основном 2900, 2800. Это что, мощей? Или что это такое? Ну, давай попробуем вот этого. 2753. Так, захвачено время. Доступно. Доступно. Ага, вот награды. В день. Ну-ка, давай я попробую. Ой-о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 й, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Давай посмотрим, что у нас тут получится. Я вообще не могу нанести урон ему, прикинь. Сунулся тоже называется, блин. Друзья, это пипец какой-то. Что за свиньи, а почему? Что это за свиньи такие, а? Смотри, почему-то их даже никто не атакует. У него тут, смотри, какой кошара здоровый ходит. Ну понятно, все, я тут сфейлился. Я тут проиграл. Слушай-ка, все, конечно, прикольно, но 2700, 2800. Как определить, я имею в виду в плане вот мощи вот эти вот. Ну давай попробуем вот сюда вот сходить, предположим. Так же быстренько меня распишут или... Да что ж за фигня такая, вот эти вот свиньи просто стоят и бомбят, и против них ничего не сделаешь. Так, пушка замораживающая, да? Опять у меня, как говорится, шансов нету, да, на победу? Так, тут у него тоже утки летающие. Дай-ка я вот так, наверное, подожгу здесь землю. У него тоже летающие коты. В общем, практически как у меня все, друзья. Что-то чем-то очень... Ну, вот эти вот свиньи, непонятно. Почему они бомбят, и мы ничего не можем сделать против них? Ой-ой-ой-ой, вот этот гигантский кот еще... Почему-то он... Вот смотрите, все почему-то выбирают дракончика. Хм. Может быть, нам с вами тоже убрать, например, Войда и взять дракончика здесь? Как вариант, да? Ух, ёд, ПРСТ. Так, улучшить. Сколько нужно? 10, да? Улучшаю, друзья мои, улучшаю. И поднять уровень, к сожалению, пока не могу. Ладно. Слушай, по-моему, нам пора с вами вместо вот там вот опыт или еще что-нибудь ставить таких вот, да, вот, которые там времени жизни прибавляют или там восстанавливают здоровье. А мы с вами что имеем? Ну, 10% к урону лучшикам, это ладно, это еще сгодится. А вот этот вот 25% опыта, мне кажется, нужно его будет убирать в ближайшее время. Опыт нам уже особо сильно не нужен. Нам нужен... Именно урон, дамаг, вот что-то такое. И, конечно же, нужно копить с вами деньги. Ну и гемы, да, для создания клана. Ладно, давай попробуем дальше посмотреть, что у нас тут поджидает. Ну, в любом случае, я сегодняшнюю, как говорится, задачу для себя сделал. У нас сотая волна. Тихо ты, что ж такое происходит-то здесь? Не, Войд, на самом деле, вот в PvP, мне кажется, он вообще не годится.
Вот здесь, да, на ПВЕ он еще куда ни шло. Но на ПВПшке, конечно, сложновато с ним. Причем он ватный, его быстро разбирают. Может быть, здесь... Тихо ты! Смотри, что делать, смотри, что делать, друзья мои. Летающий песик прилетел, но мы его быстро уничтожили. Отлично. Так, разблокирован новый... давай-ка посмотрим, что это за гаджет. Давай-ка посмотрим, что это у нас за гаджет такой. Вместо, ну, например... Я даже не знаю, вместо чего. Ну, вот так вот. Так. Строит турель со здоровьем в 20% от максимального здоровья робота. Турель. Хм. Заманчиво, кстати, турель. Кого мы с вами уберем? Может быть, вот эту вот пушку? Или как? Поднять уровень, улучшить. Вау, мы же можем Теслу улучшать еще, да? Стреляет электрическим сквозь 5 врагов. Сквозь 3 врагов. Сквозь 5 врагов. А в чем прикол, я не могу понять. Конечно, лучше брать вот это вот, сквозь 5 врагов, чем 3. Вот, сквозь 7 врагов потом будет. А тут все так же по-прежнему остается, сквозь 5 или 3. Так, ну, для этого опять же нужны гемы. И гемы нам нужны для поднятия уровня. Так, давай, наверное, вот так сделаем. И где у нас код? Код гигантский, которого мы могли с вами... Так, давай заберем здесь деньги. На которого мы копили с вами опыт. Где он у нас находится вообще? Кто-нибудь помнит? Я так лично что-то запамятовал. Но он не в героях, это однозначно. Это не здесь. Так, ну и не в рулетке же, так ведь? Нет, не в рулетке. А где же ты? В битве? Подожди, ну где же он находится-то у нас? И вот тут вот тоже непонятно. В инвентаре что нам нужно с вами сделать? Что-то получить? Или как? Да блин, где же наш герой? Мы с вами, помните, повышали уровень? Что-то я совсем, может быть, здесь? Так, друзья мои, ну, все равно не хватает. Что-то как-то мы с вами на месте, по-моему, встали. Да? Остановились пока. Так, ну что, ребята, я думаю, что на сегодня пока, наверное, будет достаточно. Да, мы обязательно с вами продолжим играть в эту игру. Но как-то нам нужно с вами заработать денежек. А это нам придется ждать, когда у нас здесь накопится 5 миллионов 500 тысяч. Я думаю, что это неделю придется ждать. Ну, надеюсь, увидимся намного раньше. Ну, а на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!